Что делают русские в первую очередь, когда им отключают свет? Правильно. Бегут к окну, чтобы посмотреть, кому еще отключить. Друзья, всем привет. Афоризм от Димы. Мы в ИКЕА Краснодар. Сегодня, кстати, спасибо, да, отдел маркетинга нас без особых заморот пропустили снимать. Сейчас мы будем с вами детально смотреть каждый интерьер, копаться в каждом интерьере, непривычно в этом, не в своей любимой тканевой масочке, которую ничего не слышно, а вот в этой вот портянке. Копаться в каждом интерьере, подмечать интересные фишечки. Вот этот интерьер мы, в принципе, начали рассматривать, но давай мы его добьем, да? Ну да. Так, это у нас гостиная. Квадратура Е, квадратура НИХТ. Ну, квадратов-то, я думаю, так 20-18 должно быть. Смотрите, что здесь? Вот что мне вообще понравилось из того, что здесь представлено? Я пытаюсь понять, что вот это. А, это обхоз, кстати. Смотри, как интересно, да? То есть классический обхоз, классические каркасы с новыми линейками обхоз металлическими. Вот если закрыть целиком, то получится глухая такая стена, которая будет давить. А здесь за счет того, что это одинаковые по толщине, одинаковые по дизайну, по одинаковым по углам, по всем вот этим моментам, и смотрится лаконично. Опять же, да, за счет чего? Линейка похожая, при этом комбинация металла с деревяшкой, я считаю, вполне интересно и, ну, не то чтобы необычно, она, в принципе, постоянно где-то применяется, просто облегчает конструкцию. Поэтому, когда вы хотите сделать что-то много на стену, таким образом вы можете облегчить, совместив внутри одной серии несколько видов. Как, в принципе, сейчас и расширили обхус, сделали очень удобным. Здесь тоже у нас обхус. Вся вот эта комби 30 394 рубля. Ну, ориентируйтесь на 31 тысячу. А дальше идем. Что здесь... А, кстати, Дим, иди сюда. Что здесь интересного? Смотри, в обхус умещается спокойно, сюда даже четвертый контейнер встанет, контейнер TrueFast. То есть вы ставите не детскую вот эту, да, конструкцию TrueFast, которую вам ни туда, ни сюда. Кстати, надо вот подумать в зале вот так же применить, да? И кугисы. И кугисы сюда интересно ставить. Кстати, линейку кугис очень люблю. Да, она, ребят, не бюджетная, но, блин, она, зараза, такая классная. Смотрите. То есть это очень качественный, плотный пластик. Вот это уровень варьеры кухонной. То же самое. Потому что все остальные контейнеры, ну, их не поставишь на свободный обзор. А эти контейнеры спокойно можно разместить. Вот про эти моменты я вам отмечала, когда мы делали знакомство с ИКЕА Краснодар, вот с этими деревянными классными ручками, что пересекание, куда они, к чему они у нас привязаны? Они привязаны к поингу, они привязаны к бейдинге, они привязаны к деревянным элементам, которые есть по всему интерьеру. Так, давай смотреть дальше. Ну, здесь, в принципе, таких, как бы, да, необычностей нет, но пойдем отметим. А, смотри, какая необычность. Когда, например, нет возможности, либо, ну, не подходит ни одна бра, лампа торциал может выручить. Это и хороший обзор. Здесь можно сделать прям вот такой, да, стойку для мейка, либо, ну, скорее всего, подразумевается макияж. Очень удобно. Это одна из... Ну, она не новиночка, она давно в ассортименте, но вот этот табурет-ящик Вильта не сильно востребован, не знаю почему. Он легкий, он устойчивый, и у него вот этот вот тканевый съемный мешок, который вы можете использовать для чего угодно. Блин, да даже домашние тапочки сюда можно спрятать, вот, ну, для таких вещей. Здесь у нас классический обхус на 24 тысячи, каких-то либо таких моментов. Здесь просто полки, здесь стандартно... вешалка, то есть каких-то таких вау-вау нет. А что понравилось здесь? Смотри, новая доска Cedergarn, сетчатая. И, как интересно, на нее легли вот эти вот магниты разной формы. Конструкция опять не тяжелая, вы не перекрываете свет. А тут же дополнительно обхоз в качестве места для рабочего, да, для хранения. То есть все в одной линейке. Фактически у вас получается такая гостиная спальня, в которой можно и работать, есть рабочее место, и зону отдыха, и место для сна. Место для сна, соответственно, это диван бединги. Про него мы вам уже рассказывали. Ну, в тайм-кодах пропишем, куда можно посмотреть. Пойдем. Вот это, кстати, уже не ноу-хау дизайнеров. Это использует Москва. Полочка. Но это нифига, она не икеевская, но тем не менее, да, подобранная полочка, которая вот очень хорошо, когда не надо ставить
дополнительно какую-то тумбу, ящик и так далее для каких-то мелочей. Здесь у нас линейка Этит, переходы цветовые как раз акценты дают. Ну и в принципе все. То есть вот большая комната-гостиная, здесь даже можно на крайняк, ну, если это однокомнатная квартира, вдвоем с ребенком. Но втроем уже тесновато. Пойдем в следующий интерьер. Люблю себя смотреть в икеевских зеркалах. Я в них худею, ровно на размер. Так, ребят, коричневая спальня, ну, вообще это даже не спальня, это прям вот студия-студия. Вот на текущий момент каких-то вау-вау не вижу. Единственное, что мне понравилось, пакс с дверями Бергсбу черно-коричневый очень классно сочетается с тресил. С кроватью тресил и с комодом. У нас в Нижнем очень мало интерьеров, которые с тресилом. Что необычного? Вот смотрите, вот такая деревянная, да, конструкция, которая, в принципе, разделяет помещение. Из нее можно выжать по максимуму, было бы желание. Это дополнительные полки с консолями, в которые вы можете вставить полки любого цвета. Не обязательно, что это будут икеевские полки, это можно и мебельные щиты использовать. Но вот эти консоли, которые держат, обязательно при сверливании, иначе все это повалится. То есть вы, получается, хранение с пола переносите наверх. Вы освобождаете пространство. Так, пойдем посмотрим, что здесь в кухне интересного. Ну, здесь стандартный Торенда. Вот она, любимица всех. Индукция за 2000. Это красота на самом деле. И маленькая кухня Кнуксхульт. Ну, это прям вот, не знаю, комната в общежитии, либо маленькая студия, которая сейчас стали популярными и очень подросли в цене. Глянцевая. За счет... Почему именно глянец вот здесь? Я даже понимаю дизайнеров. Падает свет, больше дает объемы, чем просто белая матовая поверхность. За счет чего интерьер лаконичный? Ребят, сочетаний всего два. Черно-коричневый и белый. Других каких-то, да, переходов цветовых особо нет, только если в виде акцентов. И кажется, все это в общей гамме. Пойдем дальше. А, кстати, вот что хочу отметить. Вот они, полки под картины Масленда, когда вы можете их использовать на кухне. Но мы про это уже показывали, по-моему, либо в Москве, либо в Самаре. Сори, я уже могу не помнить, где мы это показывали. И еще что мне понравилось. Вот эти бюджетные крючочки по 99 рублей. Бингбула. Для чего угодно. Вот так это будет занимать место там на столе. А это вы подвесили, она на месте. Вот эти крючки, кстати, выход для маленьких помещений. Так, у нас, в принципе, большая уже такая квартира полноценная. Пойдем с отдела спальни. Про что говорил в предыдущем интерьере? Переносим хранение сверху, с пола наверх. Мы освобождаем пространство. Главное, чтобы это не было над кроватью, чтобы это было в тех местах, что, не дай бог, свалится, не свалится ни на кого. Новый бра светодиодный, бабочка. 1300 аж стоит. Мы потом в новинках его раскрутим, посмотрим. Тоже новая коллекция, детская кроватка. По-моему, Гулливер. Могу ошибаться. Коллекция выходит с такой скоростью в последнее время, что даже я начинаю тупить. Так. А можно раскрыть, наоборот, кроватику? Это Видго, кстати. Очень удобно. Да? А там стопор все? Там стопор? Да, там стопор. Ну, там крючков много, там нужно руками. Здесь, друзья, у нас полностью Хемнос, но Хемнос в сочетании с Леоторп. У Леоторпа в новинках. У нас просто, я в Нижнем, кстати, его не видела. Придиванный столик, 7000. Смотри, как Леоторп интересно с Хемнос сочетается. У Леоторпа другой край, не такой острый, как у Хемноса, плюс выпила. И вот это так, знаешь, гармонизирует. Но гармонизирует за счет чего? За счет того, что это белый цвет. Когда все в белом цвете, как в коричневом, смотрится лаконично. Новое зеркало. Софтбюн, про который все спрашивают, замена Хемнесу, каркас ДВП, полимерная пленка и зеркало. Ребят, я считаю, что вполне альтернатива Хемнесу, причем здесь не будет сучков, как у хемносовской рамы. Часто попадались сучки в район стыка, и переходы были такие, что ну, не эстетично это смотрелось. Во всю стену пакс, сейчас загляну, может быть, есть что-то такое вот прям вах-вах-вах. Ну, классический на 2,5 метра пакс, который, в принципе, обеспечивает всю семью. Здесь у нас рабочее место в параллель с туалетным столиком. Опять же, вертикальное хранение перенесенное. И мы плавно перетекаем в такую кухню-гостиную. Аж две елки, да, наряжены? Да. Дизайнеры постарались. Здесь у нас что? А здесь у нас, смотри, как иди. Вот это хочу отметить. Смотри, это Беста с фасадами Синдвик и с фасадами... Нет.
Сутервикен. Сутервикен плюс Синдвик. Смотри, какой интересный сделал, я не знаю, бюро его, кому, как, ну, сервант. Пусть такой, будет бюро. Да? То есть сюда, например, Хэмнес бы не подошел, а по деньгам фактически Хэмнес, он плюс у вас очень широко и интересно смотрится. Вот это мне прям вот безумно понравилось. Здесь же контейнеры труфа, здесь же и книги, то есть на виду у вас все, что вы хотите показать, а внизу все, что вы хотите спрятать. Продолжение идет. Хантвикин, комбинация под ТВ, 18600. Здесь получается... Так, сейчас давай разбираться. Получается, взяли большую Бесту? Нет. Да, взяли большую широкую Бесту, поставили на ноги, подвесили фасады. Ну, в принципе, и все, и получилась тумба под ТВ. Когда, опять же, нужен, да, большой размер. Да, это стандартная тумба под ТВ. Так, сюда перетекаем плавно, темно-синяя методовская кухня. Здесь у нас спрятался холодильничек. Встраиваемый морозильник 30 тысяч и встраиваемый холодильник 25. Кстати, тоже интересно, когда вы понимаете, что у вас холодильник по объему не устраивает, можно взять холодос отдельно, морозильнику отдельно. Фасады темно-синие, очень красиво, с белым сочетанием в плане всей остальной мебели, а они здесь к новому дивану Бакабу. Кстати, по дивану мы будем отдельно все-таки решили снимать, потому что очень много накопилось диванов, про которые нужно показать. Стандартное угловое хранение. И причем, смотри, как интересно, кухня углом. В кухне, получается, есть отдельно остров и стенка, да, то есть не переходит. Но здесь окно подразумевается. То есть все вот удобности. Единственное, что ну, здесь стремянка будет требоваться для использования. Здесь, получается, аж два угла у этой кухни. Вот здесь карусель прячется, и вот здесь карусель прячется. Так, кухня стандартная, вот из нестандартного решения это угол. Дальше смотри, что здесь сделано. Столешницу взяли, распилили, дополнили, шов сделали, стыковочный планкой. Единственное, вот это место нужно будет тоже чем-то замаскировать, потому что со временем здесь будет закопиться влага, жир, грязь и так далее, и будет все это отслаиваться. И здесь, получается, сделан дорощен остров. За счет чего дорощен? Здесь у нас стыковочная панель, ну, фасадная вот эта фальш-панель. Да, получается каркас. Иди сюда, смотри, как интересно сделали. То есть каркасы обшили допом фальш-панелями, угу. Поставили вместо ног два узких методовских модуля. По краям. По краям, да. Вместо ног. И фактически сделали полноценный... Вот, а удобно, да? Тут сидят, готовят. А тут ждут. А тут ждут. Нет, реально классно. Вот это вот решение интересное. Мы еще когда на прошлой неделе приезжали, я обратила внимание на эту кухню. Во-первых, я обратила внимание на вытяжку. Потому что на вытяжке очень много всевозможных, да, приспособлений, но за этим нужно будет ухаживать, чтобы это всегда эстетически красиво смотрелось. Стандартный стол Леоторп. Ну, ковры для меня спорные, но это решение дизайнеров, они так видят. И удобный очень диван, то есть стол можно отодвинуть. Если это вот, да, моделируем картинку в реальной жизни, стол можно отодвинуть, диван разложить, уложить сюда кого-то спать. То есть для, скажем так, не сильно большой квартиры напихано много. Прям реально много, и все лаконично. Пойдем в следующий интерьер. Ну, а как вот рассказывать про интерьеры? Давай. Так, друзья, гостиная, причем полностью вся новая линейка Хауга. Вы спрашивали уже наше мнение, как она нам. Ребят, пока никак, потому что эксплуатационные не знаем. Но более-менее так на Хэмнес похоже, но только боком. Дадим? Попроще. Попроще, очень, да. Очень попроще. Ну, Дим, как бы в Европе вроде бы ее хвалят, но хотя смотри, вот, да, для примера. Вот такой шкаф 11 тысяч, ну, более бюджетный, чем Хэмнес. А потом вот такое 9999 шкаф витрина. Ребят, реально дешевле. Как будет эксплуатироваться, посмотрим. Нужно разобрать ее от и до. Здесь у нас ДСП, акриловая краска, то есть, ну, удешевленный, да, материал. Это уже не массив. В принципе, в комплексе смотрится неплохо, но, не знаю, для меня обои вырви глаз, поэтому в интерьере находиться не сильно комфортно. И вот сюда же пришурупили гримульт, один из новых диванов, у которого нам, помните, не понравилась боковушка. И как-то смотрится он здесь
не совсем, я бы сказала. Поэтому вот вам вариант, как может Хаугда выглядеть. Больше у меня так комментариев нет по поводу этого интерьера. Дим, какая красота снимать со встроенным светом? Местами, да. Мы теперь можем снимать любой интерьер. Смотрите, очень классная, интересная гостиная. Угловой Литгульд аж на 170 тысяч его забубенили. Кстати, у кого Литгульды есть, как вам в эксплуатации? Потому что это единственный товар, который мы никогда не привозили, ни разу. То есть Саранск это не заказывает от слова совсем. Да, дорого-богато, кожано. Что лично мне не нравится в Литгульде? Ой, в Литгульде. Вот эти вот отдельные разъезжешки. То есть ты садишься, диван уходит по частям. Вот что хотите со мной делать, мне он не нравится. Плюс, то ли вот, ну как бы, вот ощущение просто отдельных кресел, собранных в кучу. Поэтому мне как бы вот эстетически диван не мой. Что понравилось? Смотри, это у нас получается метод. Нет. Беста Сельсвикин. Что можно сделать из Беста? Когда у вас ограниченное пространство, вы можете вот так вокруг диванчика сделать все свое хранение. А здесь у нас, по логике, это двери Беста, скорее всего. Кстати, как вариант стены. Ну, они как на клей посадили. На клей просто посадили и все. Оригинальненько. И вот здесь очень интересно смотрится экет. Тоже в виде такой вот стеночки. И экит здесь в сочетании двух цветов. Бежевые ячейки четверные, плюс выдвижные комоды и три шкафчика. И это все полностью экит. Кстати, хочу на что обратить внимание, в очередной раз похвалить Краснодар. Сразу скажу, Краснодар нам не проплачивал за похвальбу. Список мебели для самостоятельного набора из интерьера. То есть весь интерьер представлен. Количество, ряд, место. Человеку понравилось. Он тупо забрал и пошел покупать. Рекомендуем всем. Икея. Чтобы в каждом интерьере... Вы же любите бумажки. Да. Вот, возьмите, не обеднейте. И вот вся вот эта вот штукенция плюс балкон на 400 тысяч. Артем, здесь кабинет. Вот смотри, вот отдельно креслом он более интересно смотрится, да, чем диваном. Скажусь. Он законченный, у него нет вот этих разрывов. Вот они, Беста, фасады, которые использованы в качестве панелей. Здесь у нас стол мальм с выдвижной панелью, и здесь опять же экиты в качестве места для хранения. Свентос, новые доски, 4 штуки. В качестве доп-панели для рабочего места. Рисла живет года 2-3, дальше вспучивается и на выброс. И в уходе она, ребят, затирается. То есть, когда вы начинаете, то есть, она когда новенькая, классненькая, потом, когда со временем начинает, да, руки, там, все прочее, она начинает затрепываться, вы начинаете ее тереть, она вспучивается. Это личный опыт уже. Так, что у нас здесь? Ну, здесь стандартные рулонки. Побежали дальше, а то батарейка наша сядет. Друзья, такой интерьер есть в каждой Икее России. Он один в один у всех. Особой разницы нет, его каждый раз перенаряжают в зависимости от сезонности. Но у всех... А, кстати, смотри, здесь вместо Леоторпу у нас этот... Натте, линейка самая дорогая по кровати. Даже не поленюсь, схожу. Тиседаль у нас здесь стоит. И вот единственное, что мне здесь понравилось, но я не понимаю, к чему... Где? Куда? Смотри. Куда бежать? Вы теперь понимаете, почему у нас фокус не успевает за мной? Ну да, Татьяна очень быстро бегает. Говорю, быстро бегаю, быстро. Метод, из которого сделан сервант. Но вы это уже видите от нас не первый раз. А вообще, кто дизайнеры использует нестандартные решения, большие молодцы. Подобный интерьер есть тоже во многих магазинах. Что мне понравилось здесь? В Нижнем Новгороде у нас стоит вот такая перегородка из иваров. В многих магазинах тоже перегородка. Здесь на... гординную струну дигнет, повешены шторки, здесь спрятаны, так, знаете, гардеробные. А еще вот мне что понравилось, смотри, полки Берсгольд, две штуки друг над другом дают такую нишу для хранения, и здесь как мини туалетный столик получается. Это прям, ребят, вообще бюджет, когда вот, ну, ты понимаешь, что нужно сделать, а фин возможности нет. Имейте в виду, как вариант тоже классно, перекрашенный в черный цвет раст.
Ну, в двух исполнениях. С маленькими ручками. Кстати, тоже интересно смотрится. Вот раз покрашенный, он намного богаче смотрится. Чем раз не покрашенный. Гораздо, гораздо. И смотри, интересное кресло. Это из садовой линейки. Скарпо. Чем удобно? В нем можно откинуться, то есть оно глубокое. И хотя, казалось бы, садовый пластик в сочетании с белой мебелью вполне выигрышно смотрится. Единственное, что вот я, допустим, в шерстяных килотах, и то холодно. Имейте это в виду. То есть дома, при такой прохладной, если комната, попа замерзнет. Так, стандартная трехкомнатная квартира 55 квадратных метров. Она тоже есть в каждом интерьере IKEA. Очень все похоже. Сочетание метода с диванами. Каждый магазин ставит свой диван. Что нравится здесь? Кресло Экера стоит вместе с Фрихтоном. Они сейчас и тот в ткани шифтебы, поэтому идеально сочетаются между собой. Ребят, здесь классическая беста. Миллион раз про такое рассказывали, во многих интерьерах показывали. Единственное, что вот здесь опять же, да, классно дизайнеры сделали. Пакс взяли двери Hokksund бежевого цвета, которые очень хорошо перекликаются с диваном. То есть не просто белое пятно пакса, как обычно. Вот это вот интересно. Дальше здесь у нас кухня, только ну, на другую сторону. И к чему, смотри, тут стандартно. Но я думаю, это прям вот брендбук, который дается всем IKEA, который интерьер должен обязательно быть. А здесь у нас беста бежевого цвета. И вот отсюда как раз перекликание идет с фасадами и с диваном. Классический метод. Причем метод здесь с классными ручками Billsboro, которые я люблю, металлические скобы. Единственное, что мне не нравится, вот это, вот с этим. То есть ручка на ручку, вот тут вроде идет ровно, а тут так, шлепень. То есть вот здесь нужно было вот это как бы либо обыграть, либо какую-то пустую нишу оставить. Так, здесь у нас стандарт, икеевский весь метод. В принципе, вполне, мне кажется, вот такой кухни за глаза хватает. Здесь вот выдвигушка под... Все, что нужно, холодильник. Причем интересно, смотри, как отгородили кухню. От, фальш-панели, нет? Вот, да, фальш-панель от холодильника. Ну, фальш-панель дополнительная, это методовская. А для чего? Брызги, прочее. То есть проще ухаживать за панелью, чем за холодильником. Потому что холодильник – это техника, она должна вот, ну, определенным образом эксплуатироваться. Так, здесь метод, смотри, тоже интересно сделано. Решение не посередине дверь. А объединили широкий и узкий каркас. У тебя, наверное, уже дежавю, что мы это снимали, да? Да. Вот. За счет ручек сделали такой акцент. Вот без вот этих ручек, вот это вот смещение каркасов было бы неинтересным. Так, пойдем в прихожку. Здесь тоже пакс. Стандартно. Здесь как бы, ну, ничего нового. Как обычно, хранение низ. Стараемся максимально использовать верх. Ванная комната здесь прям полноценно представлена, даже аж с душевой кабиной. Прям респект, ребят. Даже где-то стиральную машинку вертикальную Ордо нашли старую. Одна из первых стиралок вообще, которые в России только появляться стали. Классно. Гардемаргон. Фу, все, уже заболталось. Гардемаргон. Здесь у нас лилалгены. Три штучки. Точно такой же лилалген там. Смотрится вполне удачно. Вот это вот Рогрунт очень люблю, это и присесть, и полотенце повесить. И если, да, пожилые кто-то есть, кому нужно выйти, то есть за это можно опереться, вес выдерживает хорошо. Так, идем в детскую. Детская здесь уже немножко по-другому, но тоже со стулой, со стеллажом Билли. Почему мы вообще зашли? У вас вопрос, наверное, такой. Вы это уже знаете, зачем вы это снимаете? Ребят, мы пытаемся найти отличия, они всегда есть. Смотри, какое классное применение. Эктик. Контейнеры под все... Кстати, надо дома так сделать, да? И бюджетно это 49 рублей. Это гораздо дешевле, чем контейнеры под игрушки. И это закрывается, и можно сделать сортировку. Ребенок видит, где у него что находится. Больше таких вот особенностей в детской не могу для себя отметить. Пойдем? Тосберг. Новый стул. Ну, я думаю, мы по новинкам сегодня еще пройдемся. Чем стул нравится? Вообще его уже клиенты оценили. У него резиновые стопора. У него же железные ноги, иначе он будет просто брякать. А так, за счет стопоров, он очень мягко ходит. 12 тысяч, такой набитенький, плотненький. Здесь моя любимая линейка Свальсон. Очень ее люблю, но она выходит из ассортимента, имейте это в виду. Из зеркал Лотс сделан, ну, типа фартук над кроватью. Не знаю, зачем он нужен, ну,
кому-то, наверное, нравится спать и на себя смотреть. Здесь у нас бамбуковые новые полки, они вполне органично смотрятся. Малерос – это когда у вас нет возможности поставить мини-тумбочку, да, под ТВ. Вы можете вот такой вариант использовать. Вот она, стандартная икеевская трешка с глазами краснодарских дизайнеров. От себя отмечу, пойдем расскажу. Когда у кого-то болит голова, и вы не знаете, чем оформить стену, где находится телевизор, да, вешайте рамочки. Да. Вообще. Облегчит вашу жизнь многократно. Надоело, поменяли картинку. Хорошо. Похожий интерьер есть в Москве. Швейный угол. Что отметить сразу хочу? Здесь у нас... Идем. Здесь у нас Баксель, но, опять же, да, чтобы им воспользоваться, нужно угнать стол. А он на колесиках? Он на колесиках, с этим я согласна. Но, не знаю, с другой стороны, хранение каких-то вещей, которые ты не используешь ежедневно, можно. А там вещи предназначены именно для шитья. Может быть. Приготовишься шить, снял со стопоров колесик, хотя бы достаточно двух колесиков с этой стороны снять стопор и стол отъесть, чтобы внутрь стола не залазить. Ну, в общем, или хотя бы с трех сторон. Для меня, честно, снять. Спорно удобство из того, что понравилось. Ну да, это как бы такой прям швейный угол. Смотрите, Баксель спокойно выдерживает маленькую мою любимую гладильную доску. То есть можно использовать, не занимая места. Из Баксель можно сделать вот такое же хранение открытое, пожалуйста. И здесь уже спальное место, как бы, да, такая мини-рабочая зона. Очень люблю вот такие уголки, потому что вот часто нам в наших квартирах есть все. Нам не хватает такого, да, мини-уединения своего угла, куда к тебе никто не лезет. Вот под этой кроватью как раз его и сделали. Но мы его не устанем повторять, то, что наверху спать летом жарко и зимой душно. Потолки у нас не те в квартирах. Поэтому надо вам как минимум протестировать, прежде чем покупать такую двухъярусную кровать. Мы всем клиентам это говорим. Как вариант где-нибудь в поездке протестировать, снять жилье с двухэтажной кроватью, чтобы потолки были примерно как ваши. Так, здесь у нас, смотрите, тоже интересно сделали. Здесь у нас получается вход, да, а здесь сделали открытую гардеробную. Вот как может смотреться Буаксель. Но опять, ребят, здесь нужно будет постоянно поддерживать порядок. В противном случае здесь будет хаос. Пойдем? Угу. Вот этот интерьер нам не поддавался многое время, потому что не было доп. Света. Дим, сзади люди. Ты сейчас нас Я больше не пойду. Значит, здесь кабинет, плавно перетекающий балкон. Точнее сказать, балкон, плавно перетекающий в кабинет. А садовая линейка, ее многие используют и дома. Это Кунгсхольмен с подушками Фрессен. Нареканий нет. Искусственный ротан. Эксплуатируется там, где вы хотите. Ну, вообще, как бы нестандартный, да, интерьер для, как бы, российской жизни. Это только если в доме где-то. Дом, балкон, второй этаж. Ну да, ну никак не квартира. Черно-коричневый кабинет. Здесь Хавста вместо Хемнеса. А, причем, смотрите, вот Хауга, которая появилась, это аналог Хавсты, только более бюджетный. Поэтому здесь, если вы условно влюблены в Хавсту, но денег не хватает, можно взять Хаугу. Ну, понятно, да, менее массивно это смотрится, но, опять же, у массива свои моменты, за ним нужно ухаживать, в отличие, вот, допустим, от ДСПшки. Мы остановились, девочки-подписчики, привет. Одна из Крыма, вторую забыла спросить, откуда. А, продолжаем дальше смотреть. Кстати, здесь вот есть табличка. Вот вообще вот это мне нравится, когда делается вот так. Для чего? Нужно понимание квадратуры. И очень жаль, что это есть не во всех интерьерах и не во всех икеях. Вот мы пока первую табличку нашли. Причем еще даже с расположением, да, где мы? Да, это реально классно, ребят. Это помогает. Это помогает для чего? Помогает визуализировать. Вот, например, сейчас я понимаю, мне вообще казалось, блин, квадрат 150, а здесь 29, у Димины мамы зал 20, вполне можно так, да? Оригинальненько. Оригинально, да, то есть компоновать, вот что-то подобное сделать. Дальше, смотри, давай прямо вот по акцентам. Здесь очень много Хавсты серого цвета, причем здесь очень... Вот, кстати, вот это микс цветовой, здесь и серое, и золото, и серебро, и темно-синее, и коричневое. Но, ребят, это все цвета, которые... Есть такое колесо баланса цветового, они все сочетаемы друг с другом. Поэтому каких-то таких вот, да, выдергиваний нет. Что классно, разделение пространства. Как бы гостиная и рабочая такая зона очень удобно. Здесь вот, ну, я не знаю, вот для меня, например, такой кабинет для рабочей был мечтой. Здесь можно и встречу провести. Да, Юрьевич? Да. Чего-то достает. Что-то у меня камера нагрелась. Она у нас включилась сама по себе.
Так, давай нюансы. Вот о чем Дима говорил, когда мы предыдущий интерьер смотрели. Очень много рамок помогают сделать интерьер, ну, по-другому, да? Смотри, в фоторамке не обязательно вставлять картинку, можно вставить зеркало. Это даст дополнительный объем, и вот такие мини-зеркала расширяют пространство. Оно делает иллюзию окошечка в другой мир. Да. Так Дима только может подчеркивать. Классно, смотри, да? Здесь очень классно мильсбум, витрины встали, потому что очень много таких красивых, да, интересных вещей, которые нужно показать миру. И другие более тяжелые витрины здесь не встанут. Вот нужна именно такая вот, нужна такая вот легкость. Рабочий стол тоже лаконично, правильно сделали дизайнер, что поставили легкий, потому что когда сюда бы поставили тяжеленный стол, интерьер бы вообще нагруженный был. Он и так, в принципе, перегруженный. Поэтому вот много мелочей. Очень много. Здесь нужно очень аккуратно баланс, иначе может получиться такая, знаешь, ярмарка тщеславия. Мы вывалили все, что у нас было. Но дома. Это комната возрастного человека, я скажу. Не молодежь. Не молодежь, плюс возможно, 40 путешественник, минимум. Что-то да. Вот такое творческого человека. Пока Дима настраивает камеру, я пытаюсь посмотреть, сколько квадратов. А, есть 28 квадратов. Тоже, в принципе, да, как бы, ну, однокомнатные квартиры такие, вполне можно подобное сделать, плюс здесь кухня. Давайте разбираться, что здесь. Очень классно оформлена рабочая зона. Бюджет, прям вообще самые-самые бюджетные вещи, но за счет вот этой вот, да, стенки из панелек на стенах можно очень много-много уместить. Здесь больше, да, то есть смещение акцентов на детскую, из линейки стула, из трех скамеек сделаны и игровая зона, и место для хранения, которые потом можно просто тупо, да, в ящики переместить, просто поменяв фасады, когда ребенок вырастет, когда уже вот эти все мелочушки будут не актуальны. Уже говорила, вот эти кресла, походу, икеевские дизайнеры в Краснодаре любят, уже не в первом интерьере мы их встречаем. И здесь у нас по стандарту. Кроватка не стул, подобный интерьер есть в Нижнем Новгороде, обыгран просто по-другому. И во всю стену аж трехметровый пакс. Чем удобно, ребят, это экономия места. Когда один большой шкаф во всю стену, вы не дробите интерьер. Вообще, мне очень понравилась задумка вот с этими легкими перегородками. Подобное можно делать и дома. Поэтому, когда у вас, как Дима сказал, да, ну, вот есть люди, у которых туго с фантазией. Я, например, из их числа, мне нужно что-то подглядеть, посмотреть, чтобы вот, ну, вдохновиться и сделать свое. Вот вам вариант, придите в Икею, поднапитывайтесь интерьерами, и вы можете что-то сгенерить свое именно интересное. Так, девичью мы уже показывали, она у нас была в этом. Знакомьтесь с магазином. Пойдем дальше интерьер искать. Интерьеры магазина мы посмотрели, мы решили, чтобы вас не перегружать, воспользоваться вашей просьбой и сделать ролики поменьше. Соответственно, YouTube еще поменьше рекламы будет туда записывать, да? Соответственно. Вот. И мы решили сделать спальни отдельно. Кухня отдельно. Интерьеры кухни отдельно и общие интерьеры отдельно. Общие мы закончили. Чтобы вам целый час не смотреть одно и то же. Поэтому печенькой можете не запасаться. Вообще, Краснодар, мне вас безумно нравится, как и в Анапе. У нас 35 августа, на дворе теплынь. 3 ноября. Кайф. Реально кайф. Ребят, интерьеры классные, интересные. Как уже сказала, да, практически в самом конце. Берите за идеи. Не обязательно воплощать один в один. Вы можете смиксовать и сделать что-то ваше. Как обычно, пишем комментарии под видео, чтобы вы хотели увидеть. Свои пожелания. Подписчики, с кем сегодня познакомились, привет. Очень безумно рада. Вообще не стесняйтесь к нам подходить. Мы такие же, как и вы, только с опытом, ребят. С опытом в определенных сферах, которые мы можем быть вам полезны. Ставьте, что там у нас, сердечко? Лайки. Сердечко. Не все. Сердечки, сердечко. А пальчики вверх. Пальчики вверх, сердечки. Короче, ставьте все, что есть. Мы пошли дальше снимать. Да, даже может дизлайки, ребят. Да, Дима им даже отгрузить немножко.